Сейчас я тебе помогу. Скажи, что типа он сбил или... Я Вот, без сознания, как я это скажу? Не, а ты в ДО отыграешь, ты без сознания. Ой, вот озером оглушили. А там агент ФБР. Блин. Ты чё, охуел? Я думаю, охуел пишется через О. Да пофигу. Блядь! Не, я просто, блядь, не забуду сдерживать эмоции. Ты отыграл в душ, что ты бессознательный? Да. Какой эпичный номер дома. Ля, у него волына, он направляет просто на него. По-моему, это какой-то ПГ со стороны ПДшника. Блять. Пиздец, ФБР так весело. Но сердома. Зашел, вышел. Да-да-да, тут офицер, короче, он еще и его... Блять, так он на него может заливать ЖБ за ПГ. Он один лезет на бронированного челика. Хотя он сам без брони. Ну их же двое. Так он сам один направляет на него оружие. Если было бы двое, если бы они вышли, то ладно. А что они делают? Откуда у него тайзер? Откуда у офицера тайзер? По новой системе можно уже. Тут один офицер сел в машину. Это не офицер, это сержант. Это Иржан. Тупо они сваливают, походу, с меня. Михаил, выйди на улицу, чтобы было видно, что офицер как в машине сидит. На фрапсе. Скажи ему, что вы там... Что вы сидите, помогите, смотрите напарнику. Там человек без сознания, напишите. Блин, что вы не помогаете? Я напарника жду, пишет. По-моему, это устник. Один комментарий, охуенный другого комментария. Это не устник, это младший. Все, это младший состав. За него устники не дают. Ну да. Кажется, пацаны поняли. Бля, они поняли, ребят. Ну и чё? Они доиграть должны. Чё они делают? Они, блядь, пронюхали всё её и свалили. Не, подожди, вот сейчас они поедут, типа, а чё ты им о том говоришь? По-моему, меня чуть-чуть забыли. Вообще человек без сознания лежит, он там лежит. Я не видел ни одной надписи ни в Д, ни в... Да. Блядь, вам реально похуй на меня, кажется. Кристиана Галанте приехала. О, Кристина приехала. Сейчас посмотрю на него и дососим. Я бы не парился, я просто приехал, такой помотал пиво тазером, а пум, повязал. Господа, еще один новый агент. Приветствуем. Алло. Кто это? Кто он? Поздоровайся. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте. Нет, Матео, Луис, Вест тут. Помнишь, помнишь? Мадонна. Ну, я ему ультиматум выдвинул, так что не...
По-моему, одному Матео на меня не пофигу как-то. Блять, уже даже этот приехал, спрашивает офицеры, что тут они. Ничего. По-моему, у меня скоро время на врапсе закончится. По-моему, у меня уже скоро 1 терабайт мой закончится. Они пока просто сидят за машиной и все. Они, их там 3 человек, они против Матео ничего не могут сделать. Серьезно? Так, да, я уже. Они сели по машинам. Еще один подъехал. Еще один старший приехал. Ну тут точно устник. Если за 9-ку и старший состав, то да, это убийство. А в чем прикол-то? Типа, блин, зачем? Ну вот, серьезно, неадекватный челик у входа прямо стоит, они ничего не... Он же стреляет по ним, понимаешь? Это... Да я и не... Еще. Матео, ты только по ним не попадай, да? Ты по машинам, да? Но они могут... Ребят, что вы можете сказать про такого человека, как Пол Джексон, если знаком? Что-то знакомое, но не помню. О, Валенок, я его знаю, нормальный пацан. Да, нормальный. Ну, нормальный в каком плане, пиши его. Ну, он это, адекватный, но у него голос очень громкий, он говорит громко. Так нормально. Придется поработать ему на гру. Но он не то что орёт, он как бы говорит, и параллельно с этим может смеяться, поэтому он громкий. Ну, это серьёзно. А чё они тебя орут, Мат?